Добрый вечер, друзья. Лешем Машем на Асевен Ацлех. Этот урок будет... Так, у нас первое с вами это... Почему молитва слышится только в синагоге? Почему Гемара сказала, что молитва слышится только в синагоге? С благодарностью Творцу за то, что дает силы смотреть столько источников, анализировать, читать и понимать самое главное. Ох, Ашем. Спасибо Творцу. Этот урок будет Лейлюй Нишмат. Нанули Сара Хая Бат Мейр. Анулидет Минципора Эшет Шаптай. А также лерефуа шлема всех-всех больных, которые сейчас болеют, безрат Ашем. Что? Да, конечно, конечно. Пожалуйста. Илья бен Шабатай. Рафаэль бен Шимшон. Ану админ? Роза. Мириам бат Михаэль. Шет Ицхак. Также рефуа шелема всех больных безрат Ашем, кто сейчас болеет, чтобы Всевышний дал рефуа шелема и нашамаим бекаров безрат Ашем. Итак, быстренько повторим, что мы с вами выучили на прошлом уроке. То есть Гемара на Вав Амуд Алиф. Она сказала, что не слышится молитва, а только в синагоге. И надо понимать, как же такое может быть, что только в синагоге это может быть, молитва может быть услышана, а как же другие места? Неужели наша молитва не слышится сейчас? Вот сейчас мы вынуждены молиться дома, неужели она там не слышится? Поэтому... решил разобраться в этом вопросе вместе с вами. На прошлом уроке, в первой части, мы с вами выучили такие следующие вещи. Хорошо будет, кстати, если в Zoom я вот эти немножко сложные вещи решил учить только в Zoom, не выкладываясь никуда. Ну, в смысле, не выкладывать, а в прямой эфир не пускать. Да, люди, которые понимают, ценят немножко сложность этих уроков, безрат Ашем, для них будут уроки. И кто может показывать видео, это хорошо, чтобы было общение, а не просто, я иногда смеюсь. Ашкеназский и сефардский урок в зуме, знаете, чем отличается? Ашкеназский урок всех видно по видео, сефардский урок никого не видно по видео. Только имена. Ну ладно, без раташим. Кто может, будет хорошо, да, чтобы мы понимали, что мы общаемся с вами. Итак, на прошлом уроке мы с вами выучили каванат алев, что почему молитва не слышится, почему молитва слышится только в синагоге. Первое, потому что там есть каванат алев. И это самое главное, это мы с вами заключили на прошлом уроке, что настрой сердца во время молитвы, это самое главное. И хоть ты в синагоге, хоть ты на улице, хоть ты дома, хоть ты в самолете, где бы ты ни был, если у тебя тот настрой сердца, который нужен для того, чтобы соединиться с Творцом, да, конечно, это нужно знать, да, нужно себя настроить, но даже есть люди, которым даже одна слеза поможет, да, потому что она была из сердца. Поэтому, мудрецы, первое, что мы учили с вами, это каванат алев, это настрой сердца. Но, ой, как тяжело его достичь. Невероятно тяжело достичь настрой сердца, даже если, да, если по себе просто сказать, если с человеком что-то происходит. Сейчас, да, вот момент, когда что-то происходит, он может настроиться, потому что, о, опасность, о, что-то происходит, надо молиться Творцу. Но он уже через секунду, уже через две минуты, он уже привыкает. Человек уже привыкает, и эта молитва уже не та, которая была минуту назад.
И это большая проблема во время общения с Творцом. Итак, то есть мы сказали, первое это каванат лев, второе это этрацион, то есть нужно, должно быть соответствующее время, а когда миньян молится в синагоге, это этрацион. Это как раз час, когда Всевышний принимает молитвы. Третье, дальше. Потому что синагога это место хвалы, место воспевания песен, и мы с вами это доказывали из разных мест. Сначала должны быть молитвы, сначала восхваления, а потом должны быть, соответственно, просьбы. Это четвертое. Вопрос о Мефаршем, если вы помните, а что же с остальными молитвами? И отвечает Оцер Мефаршим, что все молитвы задерживаются, удивительный комментарий, да? Все молитвы, которые мы с вами молимся вне синагоги, они задерживаются, они висят. И как только мы помолились в синагоге вместе с миньяном, пах, и они прорвались дальше. Это отвечает Оцер Мефаршим. Поэтому человеку нужна молитва в синагоге. Поэтому хоть там, раз в неделю, не знаю, там, хоть и кому-то хоть раз в месяц, один раз в день и так далее, да, чтобы твои молитвы, которые ты молишься, имеется в виду все молитвы, не только там Амида, то, что ты молишься, едешь по дороге, Всевышний, дай мне этот самый, парковку, приезжаешь, ты помолился, парковки нет. Почему нет парковки? А ты в синагоге утром не помолился. Да, дальше, месяц его проходит, Талмуд Ярушалми. Это мы с вами выучили спор, да, молитва в Бетакнессете, как приношение жертвы Минха, поэтому она настолько цена для Творца. Я сейчас не говорю о том, что после этого места, где написано, что молитва принимается только в синагоге, там Гемара говорит, что там, откуда мы знаем, спрашивает Гемара, что в синагоге находится Творец. Это отдельная сугья еще. Это еще отдельная сугья. И все мудрецы сразу после этого места разбирают это место, откуда мы знаем, что Творец находится непосредственно в синагоге. И когда, что с этим связано, потому что это из Цибур, может быть, он просто там находится и так далее. То есть это отдельная сугья. Итак, еще одна причина, почему в синагоге надо молиться. Разрешают там недеры. Человек, который дал недер, не выполнил его, 40 дней не слышится его молитва. Так, еще одна причина. Векарата, помните сравнение, векарата ла шаббат, он некий, где назовешь ты шаббат удовольствием, где ты назвал шаббат, там придет шаббат и будет удовольствие, поэтому где ты называешь место молитвы, место воспевания, поэтому синагога это и есть место молитвы, также браха, биркат амазон, что нужно читать ее в месте, где мы произнесли благословение и начали кушать. Еще один ответ, который мы с вами дали, что не слышится то, что сказал Талмуд, что не слышится молитва, имеется в виду, не слышится каждая молитва. Конечно, молитва, она слышится и дома, и где угодно, но будь уверен, что каждая твоя молитва, которую ты молишься, она слышится только в синагоге. И Рамбам в конце мы с вами сказали, что тфилат цибур нишмат тамид, что молитва цибура слышится всегда, и поэтому человек должен молиться в синагоге. Сегодня это то, что мы проучили с вами на прошлом уроке. Сегодня Безрат Ашем дам еще новые объяснения и еще более удивительные объяснения. Почему молитва человека слышится только в синагоге? Итак, начнем. Имрей Ноам объясняет, дает объяснение Вильнского Гаона. Объяснение Вильнского Гаона просто невероятно красивое, друзья. Просто невероятно красивое объяснение. И здесь нужно немножко сосредоточиться. Потому что будет несколько, мы с вами будем путешествовать сейчас, будет несколько объяснений, и потом все это закрутится в один круг. Целое, да, много времени ушло, чтобы понять Вильнского Гаона, но Барух Ашем, вроде бы получилось. Итак, смотрите. Раши сказал, что место восхваления, Итак, мы знаем, что место восхваления Бимком Рина,
Шам тьет фила, так написала Гемара, что там место восхваления, пусть там будет и молитва. Раши Акадош объясняет, что бета кнесет, почему это бета кнесет, вот это бимком рина, место восхваления, место песнопения, это и есть как раз бета кнесет, это и есть синагога. Почему, говорит Раши Акадош, что там говорит цибур песни восхваления приятными голосами. Имри Ноам, объясняя Вильнинского Гаона, задает вопрос. Почему Бет-Кнесет называется место восхваления и место песнопения? О, шалом, шлому, я рад тебя видеть. Шалом алейхем. Кто это? Мы знаем же? Ну ладно, Охаша. Итак, почему Бет-Кнесет, почему синагога называется местом восхваления, и это непонятно, говорит Раши, ой, говорит Вильнинский Гаон. То есть тогда из этого мы можем узнать, что тогда получается, что? Да, тогда получается, если мы так скажем, тогда получится, что любое место, где восхваляют Творца, любое место, где восхваляют Творца, получается, там будет, там можно говорить молитву, там можно молиться. Почему тогда Гемара сказала бета кнесет? Вопрос понятен? Надеюсь. Итак, Мишлей. Вильнинский Гаон приводит Мишлей. Мишлей это написал Шломо Амелех. Первая глава, 20-21 пасук. Немножко будет сложно, но потом мы вернемся сюда и все поймем. Тебе что говорит Мишлей? Хохмат вахут сторони, берухолот титен кола. Про мудрость возглашает на улице, на площадях падает голос. Берош хумиот тикра. Что на главных шумных местах взывает она, и при входах во врата города говорит речи свои. Это перевод, он сейчас нам ничего не скажет. Дальше говорит Вильнинский Гаон, представьте себе, что четыре вещи на пути к городу. Четыре вещи на пути к городу. Что это за вещи? Два это по направлению к городу. Первая это сама дорога. Маленькая такая дорога. А до нее идет шоссе. Шоссе, которое к нему ведет. Шоссе ведет к дорожке, а дорога ведет к городу. И еще две вещи. Это прямо у самого города. Две вещи. Что это за вещи? Первое, это судьи, которые сидят во вратах. И так было раньше, когда приходили люди в город. Там при входе сидели судьи. Откуда мы знаем? Боаз из Рут, да, сидел во вратах города. Это первое. То есть есть некая ступень для того, чтобы зайти в город. Да? И четвертое, это сам город, то есть это вот эти самые врата города, сам город, это четвертая ступень. То есть что мы сказали? Есть четыре вещи на пути к городу. Шоссе, дорога, ворота, эти судьи, и потом сам город. Если будут вопросы, задавайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Я хочу, чтобы вы поняли. Да, я думаю, Давид уже написал, да, Давид? Я отключил уже звук, пробачку. Окей. Итак, есть еще четыре вещи. Напротив них, то есть мы сказали пасук в Мишлей. Мы сказали четыре вещи на пути к городу.
Есть еще четыре вещи напротив них, пишет Вильнинский Гаон. Что это за вещи? Человек, который хочет услышать другого, чтобы услышать его, для этого нужен, он может только услышать, для начала он может услышать только голос зарождающийся. То есть это такой зов, молва такая, знаете, то есть некий голос, который зарождающийся где-то там вдалеке. Теперь, если он хочет с ним говорить, да, он должен к нему приблизиться. Он к нему приближается, и получается, что он уже слышит сам голос уже в нормальном, скажем так, звуке, в нормальном звуке. Дальше, чтобы с ним поговорить, ему нужно его позвать, то есть сказать: «Эй, Давид, поговори со мной». Да? То есть я где-то услышал твой голос, начал идти по направлению к тебе, уже слышал, что ты разговариваешь. Теперь я тебя позвал: «Давид, поговори со мной». И четвертая ступень — мы с тобой разговариваем. Понятно? Слово понятно? Все. Четвертое, четыре ступени, как один человек может поговорить с другим человеком. Я ищу тебя. Слышу, где-то ты есть. О, двигаюсь по направлению к тебе. Слышу твой голос уже более, четко. Потом я говорю: «Шломо, поговори со мной». И потом мы с тобой разговариваем. Окей? Четыре уровня. Дальше говорит Вильнинский Гаон: напротив этого есть четыре вещи в Торе. Еще четыре вещи в Торе. Что это за вещи? Пшат, драш, ремез и сод. Простое объяснение Торы. Драш — это, ну, драш. Ремез — это намек, сод — это тайная Тора. Пшат — это как тот голос, который зов, который я где-то слышу, что есть этот зов, что есть этот... этот голос где-то там существует. Это письменная Тора, друзья, где не записано частных действий, не записано об исполнении мицвот, а все в общем написано просто там: соблюдай шаббат, написано там: пусть будет, постройте суку, одевайте цицит, одевайте тефилин. Написано, просто написано. В общем, заповеди написано. Это вот как тот голос Шлому или Давида, который я где-то слышу, что они есть. Это Тора, это пшат, это простое объяснение. Как тот голос. Если я хочу приблизиться, если я хочу поговорить, стать ближе, я должен приблизиться к нему еще немножко. Для этого уже вторая ступень — это драш. Драш — это просто голос. Что нам голос говорит? Голос Торы. Что нам говорит? А, ты слышал, что есть заповедь цицит? Ты слышал, что есть заповедь суки? Ты слышал, что есть заповедь шаббат? Тогда ты приблизился, уже слышишь голос, теперь пойми как. Драш – это устная Тора, где объясняются все заповеди, объясняются, как их восхвалять, как и выполнять на практике. Человек приблизился уже. Теперь, когда, что мы сказали, третий уровень, когда человек с человеком разговаривает, уже третий. Первый – где-то услышал голос. Второй – это приблизился к нему. Что он должен сделать, чтобы поговорить? Позвать. Позвать — это напротив ремез, это напротив намека. Ты хочешь Творца позвать напротив голос, который тебя позовет, что ближе к Кабале, уже ближе. Ремез — это намеки в Торе, это ближе к Кабале. А вот сод, а вот тайная Тора — это уже сам разговор с Творцом.
То есть обычный пшат в Торе, обычное объяснение, это как зов голоса. То есть обычное объяснение, просто хумаш, пророки, ктувим, там, Ширим, Мегилат Эстер и так далее. Все это простая Тора, которую говорит Вильнинский Гаон, где учат ее? Учат ее в синагоге. Откуда мы это знаем? А мы знаем, что это мы знаем из трактата Гитин, 58-й лист Амудалев, друзья. Написано в трактате Гитин, в городе Явне было 400 синагог. В каждой из них было 400 учителей Микра, простой Торы. И у каждого из этих учителей было 400 учеников. Представляете себе? И там написано, что когда пришел враг, вышел, и они пронзили их своими посохами, когда они победили и завоевали город, обернули этих детей в свитках Торы и сожгли. Об этом мы плачем 9 ава. Дай Бог, чтобы в этом году Безрат Ашем не пришлось больше, чтобы пришел Машиах. И так говорит Раши, откуда мы знаем. Сейчас мы можем найти синагоги, где учат Микру, где учат простую Тору. И в основном как раз в синагогах их и учат. И поэтому говорит Раши, здесь я пометил, что Раши спрашивает в Брахот, 17 лист Амудалев, Гемара спрашивает, чем же женщины заслуживают, награду Олам Аба. Известно, да, велика гарантия, что Кадош Барху дает мужчинам за то, что они учат Тору, дает им Олам Аба. Спрашивает Гемара на 17 Амудалев, а чем же женщины заслуживают? А тем, что приводят детей в синагогу учить простое объяснение микру, да, простое объяснение Торы. И здесь написано в Гитине, что женщины приводили своих детей учить Тору. Отсюда мы знаем, что синагога это место, где учат Тору, говорит Вильнинский Гаон. И сейчас мы можем видеть в синагогах это. И так теперь становится ясно, понятно и ясно. Вернемся в начало, друзья мои. Что Вильнинский Гаон нам сказал? Он привел Мишлей. Хохмат бахут тарони. Но что мы сказали? Бимком рина шам тихьет фила. Вместо рина. Рина это восхваление, это пение, воспевание Творца. Здесь написано «Хохмат бхут тарони». Тарони – это тот же язык, из того же слова. Тарони – это рина, это тоже восхваление. Говорит Вильнинский Гаон, «Хохмат бхут – мудрость, хохмат – мудрость на улице возглашается». «Хохмат – это Тора, она бхут, она на улице возглашается, это микра». Это хумаш, невим, ктувим. И это именно как тот зов, возглашение от слова тарони. А беруховод читаем кола. Кола это голос. Рехов, она уже ближе к самому городу. Сод, а сод это тайная Тора, это сам разговор. Что нам сказал Вильнинский Гаон? Ты хочешь поговорить с Творцом? Ты хочешь поговорить, твоя мать, ты хочешь помолиться. Что такое молитва? Это разговор с Творцом. Как он должен быть построен? Смотрите, что мы с вами выучили. Человек, который хочет поговорить с другим, он сначала слышит просто голос. Потом он к нему приближается. Потом он его зовет, и потом с ним разговаривает. Как, по примеру, как нужно городу. Город это Творец. Сам город это Творец. Есть шоссе, по которому нужно ехать. Потом есть дорога, куда нужно выехать. Потом подойти и позвать этих судей, которые есть. Потом только ты попадаешь в город.
Так как сказал, а какой язык разговора с Творцом? Это Тора. Самая простая Тора – это Хумаш. Ее учат в синагоге. Поэтому, если ты хочешь начать разговор твой с Творцом, ты должен попасть как раз в синагогу. Потому что там начинается твоя молитва. Там учат Тору. Именно простая Тора – это есть начало. Тот зов, который нужен, на языке которого разговаривают с Творцом. Это поэтому в синагоге не слышится молитва, а только в синагоге. Но если ты уже на уровне драш, пожалуйста, молись уже в бет-мидраше. Если ты уже на уровне ремез, ты можешь молиться уже в других местах. А если у тебя уже сод, если у тебя уже тайная Тора, ты уже разговариваешь с Творцом. Можешь даже молиться и, может быть, один, да? Я не знаю, надо смотреть уже. Но тем не менее, простые люди, как мы с вами, да, которые хотят хотя бы, чтобы их молитва начала слышаться, и чтобы мы были на уровне начала разговора с Творцом, это может быть только в синагоге, потому что тот уровень Торы, который и есть язык Творца, начало его непосредственно в синагоге. Очень надеюсь, что я смог хорошо передать это великолепное объяснение Вильнского Гаона, который нам сказал, что объяснил просто невероятно, почему молитва слышится именно в синагоге. Хахам Ицхак Атья. Хахам Ицхак Атья из семей великих иракских раввинов Атья. Он жил в 1755-1830. Арам Цова – это Сурия, Ирак. Его отец Хахам Ишаве Атья, они написали немало книг. Он же ученик Хахама Иуда Кацина. Он оставил 7 книг. Просто я не знаю, кто со мной учился в прошлом году Пирки, а вот я приводил его комментарии. Бен Ишхай приводит его комментарии Хахам Ицхак Атья на Пирке Авот, Схут Авот, там есть его комментарий. Итак, он дает комментарий, есть у него книга на комментарий в Талмуде, и он дает следующее объяснение, почему молитва слышится именно в синагоге. Он говорит так, смотрите, написано в том же трактате Брахот, восьмой перек, Амуд Алеф. Раби Ами и Раби Аси, несмотря на то, что было у них 13 синагог в городе Тверия, 13 синагог, они молились у своих амудов. Тот же так-то там Брахот нам говорит. Говорит Раши, амудов это бета-мидраш. То есть не в синагоге они молились. Простое понимание, можем понять, что они просто молились, у них были там, не знаю, дома Амуд, и они там молились. Раши говорит, нет, у них был бет-мидраш, у них были ученики, и они молились там, в бет-мидраше. Но в 13 синагог, которые были вокруг, там они не молились. По объяснению Вильнского Гаона, которое мы с вами только что проучили, почему они там молились, почему молились именно в бет-мидраше? Потому что это совершенно другой уровень. Синагога – это начало разговора. Да? А бет-мидраш, он гораздо выше. Бет-мидраш, он гораздо выше. Да? Это драш, уровень драш. Теперь, Хахам Ицхак Атья задает вопрос, а как же правило, что не слышится молитва только в синагоге? Как же это правило? Они молились одни? Разве они молились одни? Он задает вопрос. Или это спор, где молиться, там, где постоянное место молитвы, или во множестве народу. А Талмидей Хахамим, когда молится Талмидей Хахамим, называется множество народу. Итак, первый ответ, который дает Хахам Ицхак,
Это он говорит, что Бет-Мидраш, да, и они молились со своими талмидами, и они называются рабим, и поэтому они там молились. Талмидей хахамим называются рабим, дай Бог, чтобы все мы удостоились стать талмидей хахамим без раташе. По мнению, второе мнение немножко сложно. Почему Гемара не сказала, не слышится молитва, а только в множестве народу? Если мы говорим, что нужно молиться в синагоге, потому что там много народу, почему тогда Гемара не сказала, не слышится молитва, а только во множестве народа? Как она сказала правило, беров ам, адрат мелех, во множестве народу возвеличивается имя Всевышнего, пускай она бы так сказала. Нет, но Гемара сказала именно в синагоге. Рамбам, 8 перек, Аллахот Фила, Бет. Он задает еще другой вопрос. Ведь мы знаем, большие раввины, несмотря на то, что было у них много синагог в их городах, они молились в местах, там, где занимались Торой. Почему они не молились в синагогах? И это именно что? Молились там, молитву в Миньяне, там, в местах, где у них было. И мы знаем, Рав Авадия с светлой памяти, он молился, часто он молился у себя в доме, да, к нему приходили ученики, и он там молился непосредственно. Тур Ворахаим, Симан Цадик. Слышим мы, что Раби Ами и Раби Аши были раввинами, и был у них постоянный бет-мидраш, и постоянно молились, даже бе-ихидут, даже там они молились одни, не с миньяном. Но даже там они молились одни. Почему? Потому что Гемара сказала, у вас своих амудов. Обычный человек, но говорит Рош, ответ на это. Обычный человек, то есть Рав Ицхак приводит Роша, обычный человек, сам бен Адам, обычный человек пусть не просит о просьбах, а только в синагоге. Но если ты удостоился, что ты стал раввином, если ты удостоился, что ты Раби Ами, Раби Аси, у которых был бет-мидраш, у которых были талмидей хахамим, вот тогда, пожалуйста, иди в бет-мидраш, даже если так, как ты постоянно учишь Тору, и даже я видел комментарий, что человек, который установил себе место учебы Торы, постоянное место учебы Торы, и он оттуда не вылезает и постоянно там учит Тору, даже есть хова, есть у него обязанность именно там и молиться. Почему? Чтобы не пропустить время для учения Торы. Но обычный человек, простые люди, как мы с вами, беги в синагогу, беги, когда они откроются без раташем. Понимаете? То есть этот ответ, ответ Раб Ицхака, это зависит от нашего с вами уровня изучения Торы, на каком мы находимся уровне, чтобы молиться где-то, кроме синагоги. Дальше. Шнот Хаим. На Парашат Ницавим и Ваелех. Говорит Кушию, задает Кушию, то есть вопрос. Амар Рав Ицхак ле Рав Нахман. Спросил Рав Ицхак Рав Нахмана. Дорогой мой друг Рав Нахман, скажи мне, в чем причина, что ты не пришел, что ты не ходишь в синагогу, он его спросил, чтобы молиться. Ведь ты знаешь, что есть время молитвы Цибура, и когда молится Цибур, может быть, ты договорился с Хазаном, чтобы молиться вместе с ним? Ведь именно когда Цибур молится, тогда есть Этрацон. Тогда есть как раз время, когда Творец принимает молитвы. Как написано, «Ани тефилати леха Адонай Этрацон». Да? «Элоим беров хазде хагани небемет ишхеха». А как тогда сказано, что не слышится молитва, а только в синагоге? Ты что, не знаешь этого правила, Раби Нахман? Отвечает Рав Нахман, говорит так.
Дело в том, дорогой мой друг, что я просто заболел. Я не мог прийти в синагогу. И отвечает Раши, комментарий дает Раши, что его силы ослабли. Он не мог ходить. Его силы настолько были слабые. И он был, получается, он был онес. А мы знаем правило онес рахмана патре. Всевышний освобождает человек, который вынужден пропустить какую-то мицву. Он заболел, он уже не мог. И так поэтому, Бау Хашем, когда мы попали в больницу, все молитвы старались молиться лежа. Ну, что я мог сделать? Ничего. Он молился лежа. Естественно, я написал Рау. Да. Когда человек онес, можно так сделать. То, что сказано, не слышится молитва только в синагоге. Это о ком сказали? О человеке здоровом. О человеке здоровом. Ты здоров сейчас. Ты можешь ходить. Ты можешь дышать. Ты можешь ездить. О, тогда именно про тебя сказала Гемара. Не слышится твоя молитва только где? В синагоге. Ну, если ты не здоров, если у тебя ташат кохо, если силы Всевышний забрал, и ты не можешь ходить. Написано, что мы сказали еще на прошлом уроке, где есть больной, там есть шхина. И поэтому больной может молиться на своем месте и надеяться на то, что Всевышний его слышит. Всевышний его слышит. Это еще один ответ. То есть тот, кто здоров, есть у него силы подняться с кровати, заниматься работой, покупкой на дом, выбирать себе дом, там отдыхать, футбол смотреть, делать все, кроме там молитвы. Знай, завтра тебе надо будет молиться, и твоя молитва может быть не услышана. Почему? Потому что написано, не слышится молитва человека, а только в синагоге. Какого человека? Здорового человека. Окей. То есть здесь мы получили, урав Ицхак от Я, мы получили два ответа. Ой, здесь Шнот Хаим, а он же приводит этот Шнот Хаим. Не слышится молитва здорового человека вне синагоги, и не слышится молитва обычного человека вне синагоги. Оба они должны молиться где? Именно в синагоге. Теперь Раб Хаим Чернов. Кто онес, он вынужден и не может пойти и не молиться, потому что его не слышит царь. Это непонятно, он говорит. Из всех сугьот мы видим, что да, слышится. Если онес, если вынужден ты молиться вне синагоги, да, он отвечает, да, из всех сугьот я вижу, что да, молитва слышится и вне синагоги, если ты онес. Если ты не онес, если ты не вынужден, тогда ты должен пойти. Эм Яаков. Должен стараться человек со всех сил молиться с миньяном. Но у кого Тора, это его специальность, Тора уманута. У кого Тора уманута, да, то тогда... Что значит Тора Умануто? Что значит Тора Умануто? Что Тора его специальность? Это значит, сколько ты работой занимаешься? 8 часов? 12 часов? Да? Сколько человек занимается на работе? Соответственно, человек, который учит Тору, как минимум столько же должен учить Тору. А то есть люди, которые вроде бы учат Тору, а позвонишь им, я одному звоню, 11 говорю, я говорю, ты на работе? Он в синагоге должен быть. Он говорит, нет, я детей везу, нет, я там за покупками хожу. Я там... А когда ты приезжаешь на работу? В 3 часа дня приезжаю на работу. Какая это Тора Умануто? Какая это Тора Умануто? И миньяна нету, и самое.
Это не называется Тора. Тора Уману, Тора его специальность, этот человек занимается Торой. Как обычно человек занимается на своей работе. 8 часов сидит, учит Тору. Если он рав, то занимается общиной, соответственно, и так далее, и так далее. Да? У каждого свое. А то есть равы, которые в домохозяек превращаются, и это проблема потом. Так, то есть мы говорим, что если человек Тора Уману, Тора его специальность, тогда у него есть обязанность сидеть в том месте, так я уже предварительно сказал об этом, тогда у него есть обязанность сидеть в Бет-Митраше, да, и он постоянно учится, и это его работа учиться, и тогда Авраам Шалом, и там у него есть мицва, и там же есть у него мицва молиться, и поэтому он должен быть там на месте. Почему это мицва? Потому что Тора ему то, чтобы не терял времени. Мораль из Праги. Очень красиво говорит, спокойно. Ве натфила бимком рина, шам тихе тфила написано, да, где есть место восхваления молитвы, там будет и тфила. Место молитвы это синагога, объясняет Раши, так как оно выделено для многих, мораль из Праги говорит. Да? Шалиах Цибур поднимает там свой голос. Это еще одно объяснение. Шалиах Цибур поднимает там свой голос. И поэтому Бетакнес это место восхваления. Шалиах Цибур это как Коэн Гадоль. Как Коэн Гадоль, который заходит в святая святых. И место... Это уже можно добавить это объяснение, что место, которое называется Бетакнесет, которое называется синагога, это как храм. Шалиах Цибур, там как Коэн Гадон, он поднимает свой голос для восхваления Творца, для песнопения Творца, и поэтому только в синагоге слышатся молитвы. А смысл, ибо про молитвы написано в Дворим, Мигой гадол ашер ло элоким керовим элав, ки ашем элокейну бехол корену элав. Что? Кто настолько мигой гадол ашер элоким керовим элав? Кто еще такой великий, большой народ, которому Творец близок? Кто такой народ? Только мы, только евреи. И это написано про что? Про молитву. Про молитву это написано. Что? Когда мы молимся, Всевышний близок к нам. Всевышний обнимает, целует, слушает нас. А где это может быть? Это в синагоге. Как сказано, что в синагоге находится сам Творец. Бетакнесет Ашем Итбарах близок каждому человеку, пишет мораль из Праги. Потому что Шхинат Ашем Итбарах там, он до того, да, чтобы слышать там молитвы, и в конце пишет, пойми это. Пойми, что как мы с вами учили, что прежде чем 10 человек придут, Всевышний уже находится там. На этом мудрецы, может быть, дальше мы с вами проучим, в следующий урок, как сегодня я не успел подготовить, на этом задают очень большой вопрос. А с одной стороны написано, говорит, если миньян не приходит в синагогу, вы с вами учили это про это Мейри, по-моему, пишет, да? Что пришел Всевышний в синагогу и нет там миньяна, есть Всевышний злится на них. Да, как мы? Сейчас я постараюсь это найти. Очень хорошо написано у Мейри это, что мы с вами просто вспомнили. О, это если не пришел миньян, тогда мы видим, что сердца далеки от любви к Творцу благословенному, и эта далекость вызывает большую злость и высшую ярость от Творца, чтобы не пришел миньян. Спрашивают мудрецы очень интересный вопрос на это. Ты же говоришь, что говорит, пока миньян не пришел, Всевышний ждет. А если он ждет, что будет миньян, значит должен быть миньян.
Но если он не пришел, этот Миньян, каким же, почему же он злится? Он же знал, что не придет Миньян. И Безрат Ашем, мы с вами, Безрат Ашем, проучим эту сугью тоже. Блин это, блин это. И потом Маараль из Праги на три листа там приходит, приводит доказательства. Адам Шалом приводит доказательства, что там, где 10 человек, там и шхина. Там и шхина. И последнее на сегодня, друзья мои, из этого урока. Дальше будет закон Шаббат. Рабби Акива Эгер. Великий Рабби Акива Эгер, он задает вопрос. Он задает вопрос, что значит, что не слышится молитва. Мы ему сказали, не слышится молитва человека, а только в синагоге. Задает Рабби Акива Эгер вопрос, что это значит? Если мы говорим, скажем, если мы скажем, что это объяснение, что это значит, что это особое место для молитвы, и поэтому, потому что там цибур, потому что там миньян есть, и есть молитва, есть восхваление, да, и тогда даже одному человеку, один человек пришел и помолился там, в этом месте, уже, получается, будет слышна его молитва. Это первое объяснение, говорит Рабби Акива Эгер. Ну и, а или же мы скажем второе объяснение, что Гемара сказала, что нужно молиться с миньяном. Что Гемара имела в виду, когда она сказала? Она, Гемара сказала, не слышится молитва только в синагоге. Что это имеется в виду? То ли ты должен молиться с миньяном, то ли ты должен молиться вместе. То есть вот он приводит это разделение, понятно, да? То ли это место, то ли это цибур. Надо понять. Из самой суги пишет Рабби Акива Эгер, что из самой суги видно, что речь идет о месте. Само место важно. Почему нам Раши сказал, да? Бимком рина шам тье тфила, где есть рина, где есть песнопение, восхваление Творца, там будет и молитва. Из самой суги так видно. Даже без цибура человек приходит, нет там миньяна никакого, приходит молится непосредственно в этом месте. Почему? Потому что там восхваляют Творца. Ведь дальше в Гемаре, Гемара дальше что написала там? Творец находится в синагоге. Откуда мы знаем, что Акадош Барух Ху находится в синагоге? Потому что написано «Элоким ницаб баадат эль». Из этого учат наши мудрецы. Но! Говорит Рабби Акива Эгер, и только он мог найти это противоречие. Смотрите Тосафот на Авода Зара. Смотрите Тосафот на Авода Зара. Четвертый лист Амуд Бет. Там, я сейчас вам расскажу с самого начала, что там написано. Там изначально Гемара начинает разбирать, в каком моменте Творец злится? Когда есть время, там в течение дня, когда Творец злится?
Алло, что случилось? У тебя дома не слышно? Там такой бардак. У брата сегодня день рождения. А, мазалтов. У меня бардак вышел на улице. Хотя три этажа, но все равно. Мазалтов, мазалтов. Я думаю, все зашли. Можно продолжить. Сможем помочь. Я вижу, все не все. И, конечно, жалко. Это хорошее объяснение. Давайте еще пару минут. Ну, не в том же месте, где ты молишься, правильно? Да, синагога – это более священное место, где вот… Ну, ты понимаешь меня, в общем, что я хочу сказать. Вот почему дома в основном, если человек очень сильно что-то хочет получить в этой жизни, я думаю, человек поэтому должен ходить в синагоги. И поэтому, ясное дело, да, почему меня, у каждого из нас надо просить что-то. И поэтому все должны приходить, и поэтому с Божьей помощью не меня будет, а избытка будет меня. Больше, чем меня. Без радости. Дай Бог, что мы удостоили скоро. Лично я так думаю. Дома все-таки, как я знаю, хабутазара есть все-таки. Хасвы шалом. У кого есть алгазара? Никого нет алгазара. Ну и хабутазара, как это называется? Ну, Ецерара, Ецерара. Ну да, не знаю, как правильно назвал. Ецерара. Вот, а синагога все-таки есть под защитой, потому что там Бог. Когда здесь человек собирается, он Ецерару говорит, ты иди отдыхай, я здесь нахожусь уже. Я у себя на работе случайно Ецерару нашел. Совершенно случайно. Я там вот этот, ну там русские какие-то работают. Я нашел, я взял быстро. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Итак, Рабби Акива Эгер задал нам вопрос. Что значит, что это не слышится? То есть получается, то ли Гемара имела в виду, что это должно быть место, то ли Гемара имела в виду, что это должно быть сам миньян. То есть, что имеется в виду? То есть, если это первое объяснение, тогда это только место синагога и больше нигде. И тогда даже один человек, который там проснулся в 10, в 11 часов, ему все равно надо прийти в синагогу и там помолиться. Но если мы говорим о том, что это должен быть цибур, это должно быть миньян, тогда это где угодно. Собери где угодно миньян, и тогда там и слышится молитва. Но Гемара так не сказала. Гемара что сказала? Гемара написала, что бимком рина не слышится молитва эла бебетакнесет, только в синагоге. Написано бетакнесет, что можно сделать, там не написан цибур. Раши Акадош приходит и говорит, это бимком рина, это место, где восхваляют Творца. То есть он тоже не говорит где, просто там место восхваления. То есть это говорит, теперь нужно понять. Он приводит, посмотрите Тосафот. Тосафот на Авода Зара, 4 лист, Амуд Бет. Там начинается с того, что Гемара обсуждает вопрос, когда Творец злится. И говорит Гемара, что это первые 3 часа дня. Первые 3 часа начала дня. Сколько длится этот момент злости Акадош Баруху? Там написано рега. Написано рега. Момент. Сколько это рега, задает Гемара вопрос. Сколько это рега? Есть спор Гемаре. Известно изречение в течение первых 3 часов, когда гребен петуха белый, и это Балак, если помните, Балак об этом это знал, он знал этот момент, что когда гребен петуха белый в
Вот именно тогда Творец злится, и тогда можно проклясть еврейский народ. И здесь и приводится история раби Йошуа бен Леви. Его доставал один мин. Мин кто это? Это тот, кто отрицает Творца, отрицает мудрецов, законы, которые у нас есть. И он его доставал разными вопросами. Однажды он взял петуха, и пока он спал, прямо между ног ему положил этого петуха и говорит: я сейчас буду ждать. Я сейчас буду ждать, пока гребень петуха станет белым, и тогда я ему устрою. Когда пришло это время, когда Творец злится, и когда гребень петуха должен стать белым, он заснул в это время. Именно в это время он заснул. Говорит Гемара: отсюда мы знаем, что нехорошо так делать. То есть он сказал, Раби Йошуа сказал Раби Йошуа бен Леви: отсюда я знаю, что нехорошо так делать. То есть что? Даже что праведник придет и будет проклинать даже мина своего врага, не еврея, нет, так нехорошо делать. Даже наказывать для праведников это нехорошо. Раби Мейр говорит, когда цари одевают короны на своих головах и кланятся солнцу, вот именно тогда есть момент злости Творца. Я так понимаю, почему. Потому что все цари, все правители, все президенты, они непосредственно куклы Акадош Барух Ху, самые настоящие куклы. Да? То есть, если у нас с вами есть свобода выбора, у них свободы выбора нет. Ими прямо управляет Творец. Я только понимаю, что именно когда они одевают эту корону, им кланяется солнцу, то как раз этот момент есть, что он злится, Творец злится. Рав Йосеф сказал: не должны молиться в первые 3 часа. В первый день Рош... Не должен человек молиться в первые 3 часа, первый день Рош ха-Шана, в одиночестве. Его дела могут быть изучены, а молитва отвергнута. И так пишет Аллаха в Рош ха-Шана. Это имеется в виду, там потом им расскажет тоже, это имеется в виду Мусав, человек, который остался, не дай Бог, человек, который остался один в Рош ха-Шана и молится один без миньяна, он не должен молиться первые 3 часа начала дня. У нас, в принципе, мы с вами знаем, да, молитва до 4 часа, чтобы мы с вами понимали. Молитва, она до 4 часа. Об этом говорится, что по этому мнению Гемара говорит, за первые 3 часа Творец сидит и судит людей. А как ты, что ты молишься? Тогда, если ты молишься один, тебя будут судить. Если так, то скажи про молитву Цибура то же самое, говорит Гемара. Да? Цибур молится первые 3 часа. Почему ты не говоришь, что Акадош Баруху Цибур тоже будет судить и изучать их дела? Почему ты так не говоришь? Спрашивает Гемара. Так она тоже будет отвергнута, она тоже будет проверена. У кого из нас заслуг хватает, чтобы перед Творцом выстоять? Ответ: нет. Схуд, заслуга Цибура настолько велика, заслуга 10 человек, которые приходят, 10 человек, которые приходят и молятся перед Творцом, их заслуга настолько велика, что даже если мы скажем, что Акадош Барух Ху судит в это время людей, Цибур он не будет судить. Спорит Гемара и говорит: тогда скажи то же самое про любую молитву утреннюю человека, когда он молится один. Скажи, что человек, который помолился один, его тоже Творец будет судить и проверять. И так как у него не хватает заслуг, будет отторгнута его молитва. Почему ты так не говоришь? Почему это в Гемаре написано? Отвечает Гемара: нет, не так. Когда ты уверен, что Цибур молится, в это же время молитва не будет отторгнута.
Когда есть цибур в городе, и ты молишься в это время, молитва не будет отторгнута. Раши Акадош говорит, это, что имеется в виду молитва цибур, это шахарит во всех местах. В принципе, мусов, но ежедневно, это ведь кто-то молится рано, ведь кто-то молится поздно, и поэтому должен знать, когда молиться. Далее Гемара отвергает предположение, изначальное предположение, что Творец злится именно в первые 3 часа дня, и говорит, что нет, Акадош Баруху, первые 3 часа дня он занимается Торой, а вторые 3 часа дня он как раз судит людей, проверяет их действия и, соответственно, решается принимать молитву или нет. Поэтому мудрецы пришли и сказали, до четвертого часа молитва. Как мне один сказал, а как же, говорит, нужно же молиться. Я, говорит, не могу утром просыпаться. Я пока не выспался хорошенько, я не могу ничего сосредоточиться на молитве. Что, я не могу потом помолиться? Я говорю, есть нюансы, да, после 4 часа есть нюансы, там, с проход Шма Исраэль. После 4 часа, я просто не понимаю. Что-что? Это 9 часов, 8 часов, 10 часов. Это сейчас это 9:30 примерно. Примерно 9:30 сейчас это. Чтоб тебе точно сказать, это сейчас время молитвы до 9:43. Время молитвы 9:43. Это имеется в виду до 4 часа. Если не успел молиться, ты обязан. До хацот ты обязан молиться. Проблема по закону с произношением брахот Шма Исраэль. Проблема именно с этим. Что там надо говорить Баруха Та Ашем, а не полностью уже произносить имя Творца. Или на русском, да? А что значит на русском? Что ты скажешь? Благословение? На русском есть благословение, то Господь Бог наш, Елена, создающий свет. Если ты сказал это с каваной, благословить Творца, это и есть благословение. Итак, мы видим, то есть Гемара отвергает изначальное предположение, что Творец судит первые 3 часа. И говорит, что нет, Акадош Баруху первые 3 часа занимается Торой, а вторые 3 часа судит. И тогда те, кто молится поздно, как раз попали под этот вопрос. Не в том, что можно, нельзя, кушать, не кушать, грустно. Хорошо мне сейчас молиться или нехорошо. Вопрос в том, какая эффективность твоей молитвы. Вопрос в том, какой КПД твоей молитвы. Будет приниматься, не будет приниматься твоя молитва. В этом вопрос. Зачем? Ты же молишься, чтобы твоя молитва принималась. И здесь приходит Тосафот, друзья мои. Приходит Тосафот на эту за страницу и говорит. Поскольку цибур молится, не отвергнута молитва. Рабену там приводит Рабыну там и говорит, слышно здесь, в этом месте, в этой геморе, даже если цибур молится в другом месте, уже не там, где обычно, в другом месте он собрался, все равно не отвергается. Но где она будет услышана? Только в месте, где цибур молится, как сказано в брахот, 6 амудалев. Эн нишма катфилат адам эла бемаком шецибур митфалел. И здесь, чтобы вы поняли, друзья мои, получается, что Раби Акива Эгер, великий Раби Акива Эгер нам сказал, что на самом деле у Тосафота была другая версия геморы. В наших с вами геморот написано, не слышится молитва человека, а только в бета-кнесет, а только в синагоге. А Тосафот что нам говорит? Ведь написано, говорит Тосафот, в брахот, 6-й лист Амудалев, что молитва человека слышится только в месте, где молится цибур. То есть он нам говорит совершенно не место главное,
А главное, что был цибур. И отсюда мы видим Энфилатошинадам Нишмават Эла има цибур. Говорит Раби Акива, у Тосафота была другая версия Гемары. И отсюда мы видим с вами, что есть Гемара, которая говорила, что непосредственно важен цибур, непосредственно важен миньян. И мы с вами можем говорить о том, что там, где бы, по этому Тосафоту, по этой версии, Тосафота, где бы цибур не собрался, там и будет услышана молитва. Вот это все, что я осилил на этой неделе по этому вопросу. Там еще очень много-много микрот и разной информации интересной, чтобы разобраться в этом вопросе. Но сегодня мы с вами проучили, что именно где цибур молится, там и слышится молитва. Это по Тосафоту. Если человек здоров, он должен идти и молиться в синагоге, потому что молитва здорового человека слышится именно в синагоге. Если человек простой, не Талмид Хахам, не глава Ешивы, не раввин города и так далее, где у него все ученики, и он простой человек, он тоже должен идти в синагогу и молиться именно там, потому что у раввинов есть бет-мидраши, да, и они молятся там, а простой человек должен молиться непосредственно в синагоге. Маараль из Праги напомнил нам, что Творец присутствует в синагоге, и поэтому человек должен молиться в синагоге. А также Имрей Ноам, мы с вами проучили, который сказал, прекрасное объяснение Виленского Гаона, что учеба Торы, простой Торы, ее учат именно в синагоге, а если человек хочет начать разговаривать с Творцом, начало разговора с Творцом, это и есть непосредственно в синагоге. И дай Бог, чтобы исход изучения этого Юн, это называется, Юн, да, такое дотошное, более углубленное изучение этого вопроса, чтобы исход этого мы с вами удостоились скоро открыть наши синагоги Безрат Ашем и молиться в наших синагогах, иметь этот исход.